Так. Причепуриваюсь немножко. Должен приехать мастер по ремонту холодильников. У нас же в Москве стиралка полетела, но правда сделали. С грехом пополам, но сделали. Сделал уже второй мастер. Первый обул, я уже рассказывала вам, обул нас на 5 700, даже не определив причину, от чего стиралка сломалась. Это я пришла поглядеть, как тут себя чувствует моя рассада. Ну вот, а тут у нас холодильник сзади. Коробочка такая черная, задымила, как включили. Пришлось искать мастера. По-всякому мы решали, хотели уже покупать холодильник. И я догадалась написать на нашем дачном сайте. Порекомендуйте, говорю, пожалуйста, кто знает мастера честного, хорошего. Ну, мне женщина одна порекомендовала. Сережа, как уж называется коробочка черная? Реле пускозащитное. Пускозащитное реле называется та коробочка, которая задымила. Ну и я позвонила, описала, что там у нас происходит. И он сказал, как бы не пришлось менять компрессор, это будет стоить дорого. Говорю, а вот просто если вы установите причину, а ремонт мы не будем делать. Он говорит, 1000 рублей. Ну, думаем, ладно, пусть приедет, посмотрит. А вдруг и не компрессор, вдруг вот дело в этой штучке. И вот вызвали. Ну вот он приехал, ремонтирует, вернее, смотрит пока. Посмотрим, что, как. Потом все расскажу. А теперь, после того, как обманывают мастера, доверия не было, рассказал человек компрессор. Значит, чего бы там ни сломалось, будет как бы за компрессор брать. Ну, думаем, на компрессор не согласимся, лучше новый купим, а ему отдадим 1000 рублей. Хозяйка, будьте добры, подойдите, пожалуйста. Да. Работает, что ли? Да. Вот смотрите, в вашем холодильнике Ага. очень довольно-таки удачная модель, еще делали в свое время более качественно. То есть металлический испаритель находится внутри, поэтому Вот это металл, что ли? да. Мне казалось, это пластик. Нет, вот он, видите, как Ага. охлаждается. Здесь вот он уже корочкой пошел. Да. Все здесь намерзло. Ой. Вот. В связи с тем, что он стоял у вас зиму, соответственно, перепады погоды, вот, это все на электрику очень плохо действует. Вот. Но он у нас так и так будет зиму стоять. И Ну, чего? тут уже в любом случае я вам поменял, поставил новую. Вот это да? Да, вот реле у нас контакты, видимо, окислились все, соответственно, плохой контакт, и реле все вот сгорело. Угу. Вот здесь прям видно, у вас все зеленое. Угу. Видите, соответственно, внутри все замкнуло и сгорело. Ну, получается, все же не компрессор, который очень Нет, дорогой, да? конечно, компрессор. Отлично. И сколько мы вам должны? 2000 за Да не уши. может быть, я не ожидала даже. Ой, спасибо. Если вам нужно, у меня просто бывают хорошие холодильники бэушные. Продаете тоже, да? Да. Ну, я как не контора, я как частный мастер. Ага, Ну, вот, гарантию, естественно, я даю большую на них. Вот, А большую это сколько? ну, есть холодильники на год даю гарантию. Отлично. Вот, если как бы вам интересно будет там какие-то моменты, я не знаю, там люди обращаются по разным поводам, там и на съемные квартиры. Ну да. И я в основном занимаюсь по таким более серьезным, то есть это холодильники Липхер, Тошиба. Ну вот, это так, как хобби. Ну, Угу. попадается, просто вы позвонили через знакомых, поэтому... Вы куда ездите? Вот в Москву приезжаете Я в ремонтировать? Москве вообще живу Вы в Москве сейчас, живете? А то да. мне та, которая вас рекомендовала, Нет, сказала, я что вы просто в жил в Электростале. А, Электростале три жили. года, да. Я Ага. сейчас просто назад вернулся в Москву, в Электростале. У меня тоже мастерская там есть, Угу. ну, своя. Поэтому мне вот приходится мотаться. То есть Горьковское направление
запросто. То есть можем Москва, Горьковское направление, то есть Электросталь, Ногинск, там, ну, какие-то те вот направления. Ну, отлично вообще. И вы ремонтируете, и раз вы еще продаете, значит, вы и покупаете старые холодильники или нет? Ну, я покупаю в основном такое, что-то более серьезное. Ну, понятно. То есть, это, опять да, же, там Липхер, Тошиба, Горение, там, то есть, ну, такие серьезные там что-то. Более качественно, да, грубо говоря, то, что делали еще из более качественного металла, потому что то, что делается сейчас, если взять там, например, какие-нибудь холодильники Индезит, Аристон, да, то качество металла их хватает на 5 лет. То есть они 5 лет работают, потом начинается утечка, это ремонт очень дорогой. Вот. Фирму Бико тоже не буду советовать никому, потому что это, ну, хлам, скажем так. Вот, потому что там одни утечки сплошные, ремонт очень дорогой, и смысла с ними потом возиться нету. Понятно. А вы только с холодильниками или стиральной машиной тоже? Нет, я по холодильнику. У меня одно направление, поэтому вот я стараюсь не лезть. А таких, кого бы вы могли порекомендовать по стиральным машинам, например, у вас нет? Вот у меня есть. Такого же честного, умелого... Быстрым. У меня есть мастера по стиральным машинам, если вам вдруг нужно будет. И в Ногинске там знакомые, кто занимается. Ну, вот они, ну, есть еще один знакомый в Павловом Посаде, то есть тут как бы и по Москве есть. Ну, вот, если вдруг нужно будет, обращать по-честному, то есть это мои знакомые, то есть они тоже, соответственно, мне какие-то заявки дают. Ну, мы как бы так работаем в тандеме, скажем так, то есть я им, они мне. То есть, соответственно, как-то, ну, по-честному. Ну, люди тоже, да, отзывчивы. Если им сделал, как говорится, хорошо, то, соответственно, они дадут телефон твой кому-нибудь другому. Ну, вот мне дали. Я написала в нашем дачном, как называется, дачная группа в WhatsApp. И мне женщина дала ваш телефон. Прям вообще я не ожидала. Главное, вы сначала по телефону напугали, что может быть компрессор, а сделали за копейки. Тут. Спасибо большое вам. Девочки, и он, главное, не знал, что я блогер. Он не знал, это я уже вот как... Спасибо вам большое. Ладно, все тогда, всего доброго. И вам всего доброго. До теперь телефон есть. Да, если что, звоните. Да. Ой, девочки, я довольна. Вы представляете, 2000 приехал, здесь возился. Сколько он возился? Ну, около часа. Около часа возился. Ну, правда, он приехал, он заехал по дороге из Москвы в Электросталь, что ли, по-моему. По-моему, Электросталь, вот он едет. Вы представляете, я не ожидала. Вот так вот. Друзья, это не реклама. А чего бы и не прорекламировать, просто от души замечательного мастера, честного специалиста. Зовут Миша, и телефон. А холодильники, и стиралки, и прочая бытовая техника у нас ломается, к сожалению. Так что у кого будет нужда, и вы живете в Москве и в Московской области, обращайтесь. Всего доброго, друзья! Будьте здоровы и счастливы! До новых встреч на моем канале!